Всем привет! Спасибо, что заглянули. И сегодня у нас с вами вот такая вкусняшка будет. Я думаю, что все уже понимают, что это. Вот. Но я все равно решила распаковать ее вместе с вами. Здесь просто потрясающая надпись. My art is nothing without your colors. Мои арты ничего без твоего цвета. Звучит, конечно, потрясающе. Это у нас Анастасия Эли Колдарева. Так, сейчас я это разрежу. И здесь вот такая классная новая книжечка. Сейчас я быстро распакую пленку. И вот такая вот красота у нас находится в посылке. Надеюсь, камера позволяет передать цвета хотя бы на немного правильно, какие они есть на самом деле, потому что обложка выполнена великолепно. У меня это была любовь с первого взгляда. Обычно я все книги Анастасии Колдаревой покупала у Милы, потому что, ну, во-первых, это удобно было, особенно для тех, кто живет в Москве. Цены абсолютно точно такие же, как и у Анастасии, выходят вместе с доставкой. И если есть возможность встретиться с Милой лично или приехать, например, забрать книгу, то есть получается тоже на то же, но только быстрее, да, ждать доставки не нужно. Вот, и так как я не планировала заказывать вообще, в принципе, новую книгу Анастасии, я думаю, я дождусь обзор, посмотрю, и потом, ну, как обычно, просто свяжусь с Милой и куплю книгу. Но когда Анастасия анонсировала эту книгу, ну, точнее, когда она выложила эту обложку, это была просто любовь с первого взгляда. Я вообще, я была в огромнейшем восторге. И не было еще ни пролистывания, ничего. Но мне настолько понравилась обложка, что я просто пошла и оформила предзаказ. Ссылку на сайт Анастасии я тоже оставлю, где можно приобрести эту книгу. Предзаказ я оформляла 2 недели назад. И в понедельник вот была отправка, вчера Анастасия прислала трек-номер, и сегодня после работы я забрала книгу. Здесь у нас календарик, очень красивый, такой глянцевый, тащу его на работу, хотя очень красивый. Там он мне лишним точно не будет, потому что календарики у нас там всегда в ходу, в силу специфики работы. Так, что касается бумаги, Анастасия говорила, что здесь бумага точно такая же, как и в предыдущей ее книге, то есть в Амарантин. Опять у нас здесь есть прекрасные мужчины. Много в этой книге будет еще и темнокожих девушек, что тоже очень классно, потому что редко где можно встретить на кожах девушек. Раскрашивать, конечно, было бы классно научиться их. Вот. Ну, я, правда, еще обычно эту кожу красить не научилась, скажем так, среднестатистическую, а уже замахнулась на темную кожу. Вот. Но все равно рисунки настолько, ну, настолько красивые, что хочется все же научиться их все раскрашивать. Все же полистаю с вами книгу. Понимаю, что все, кто хотел, уже посмотрели на канале Анастасии обзор, но очень красивая девушка. Вот супер просто вообще. Посмотрите, какая нежность. Ну, а это отдельная у меня любовь, потому что я люблю книги с такой тематикой. И вот тоже нежнятина. Кстати, в этой книге нет иллюстрации с обложки, потому что, как позже объяснила Анастасия, она не смогла подобрать из уже имеющихся иллюстраций какую-либо, которую ей хотелось бы поместить на обложку, и она набросала именно отдельно, да,
обложку в цвете сразу, но она не ожидала, что эта обложка вызовет настолько огромный ажиотаж. И, насколько я знаю, она ее перерисовала в Лайне, и в PDF эту картинку тоже можно будет скачать. Цубушка у нас наимилейшая. Постоянно боюсь пропустить какую-либо иллюстрацию. О, а это у нас в прошлой книге у нас был Джейкоб из «Сумерек», а этот парень мне теперь напоминает, как же его имя, Эдварда. Ну, насколько я знаю, не мне одной тогда он напомнил Джейкоба. А вот этот кот очень похож на азиатского леопардового кота. Я не могу утверждать на 100%, но очень похож. Почему говорю, у меня дома живет бенгал, и прародителем, скажем так, этих котиков являются как раз азиатские леопардовые коты. Да, бенгалы такие считаются немного диковатыми котиками. Все, это была последняя иллюстрация. Надеюсь, вам было интересно полистать книгу вместе со мной. Я ни на секунду о предзаказе не пожалела, потому что книга действительно достойная, красивая. И обязательно в ближайшее время постараюсь ее начать вместе с вами, конечно же, и показать, что же у меня здесь получается. И всем спасибо огромное за внимание. Всем пока!